Губернатор Московской области выразил соболезнования тем, кто потерял в авиакатастрофе близких и друзей. Андрей Воробьев также заявил, что власти Московской области выплатят по 2 миллиона рублей семьям погибших жителей Подмосковья и по 1 миллиону рублей близким погибших из других регионов. Пятеро из погибших – это жители Подмосковья. Один человек сейчас находится в реанимации. Страшная катастрофа. Я хочу принести соболезнования родственникам, семьям погибших. В свою очередь правительство Московской области выделило денежные средства на компенсацию всем погибшим жителям Подмосковья. Будет выделено 2 миллиона рублей и из других территорий Российской Федерации по 1 миллиону рублей. Понятно, что никакими деньгами не восполнить потерю родных, близких. Поэтому еще раз я хочу принести соболезнования всем, кого это коснулось. А ну давай балет! Есть балет, товарищ командир! Лебединое озеро, держитесь! Т-34. Учись, Квазимода! 9 мая в 21:00 на канале «Россия».